выключу. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша. Мам, ради бога, подожди. Ничего делать не надо, надо быстро. Выключить. Надо выключить. Нет. Да. Нет. На обмеження со шкурой ахуя протесту. Выключай. Нет. И не кричи, пожалуйста. Достала. Не кричи. Не выключу. Значит, я выключаю. Ба. Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу тут только почитать. Не выключить. Мама, не выключить. Я хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Ну тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, да выслушай. Какая же ты дура. Пошла ты нахуй, дура. Чтоб ты сдохла. У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацькі йому правила. Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тром покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Закінь! Тише. Закінь! Чому я? Чому я такий дурацький інтернет? Із імперного ноль. Какие мои сайты? Какие сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем мне это было так делать? Чтоб ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал себя. Вот зачем. Я буду устраивать спецсилы. Мам, хотя бы... Собрашь! Все? Приехали! В Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Поки у нас цю неділю комп'ютерного телека не буде.